В Санкт-Петербурге состоялся международный фестиваль национальных культур под названием «Меридианы дружбы». Участниками этого события стали и якутяне. Подробности у Айсены Бурнашовой. Дворец культуры железнодорожников стал площадкой для проведения самого массового интернационального мероприятия города. Организатором ежегодного события является Российский государственный гидрометеорологический университет и правительство Санкт-Петербурга. На фестивале приняли участие 12 коллективов. Это представители регионов России и заграничных стран. Очень искреннее отношение всех участников и жюри, и наших гостей. То есть здесь происходит такая дружелюбная атмосфера теплоты, добра, единения, настоящей дружбы. В Доме культуры развернулся настоящий праздник. Выставка творческих работ, спортивные соревнования, мастер-классы и самая вкусная часть мероприятия – дегустация национальных блюд. Основной конкурс прошел уже на сцене. В этом году темой фестиваля стали семейные традиции в национальном эпосе. Каждый регион подготовил дефиле – выход в национальных костюмах. Республика Саха, Якутия. Помимо этого, участники представили свои концертные номера. Главным условием было попадание в тему фестиваля, презентация семейных традиций через национальный эпос и эстетическая подача номера. Каждому региону было выделено по 10 минут. Мы каждый год участвуем на этом фестивале. Это третий раз. И в этом году 35 человек принял участие. Мы начали готовиться за месяц до сегодняшнего дня. Уважение к семейным ценностям – это залог мира на земле. По результатам конкурса титул Гран-при завоевала Республика Тыва. На первом месте Хакасия, почетное второе место получила Республика Якутия. И на третьем месте оказалась Русь. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург.